Добрый вечер. Для тех, кто нас не знает, сразу хочу сказать, что мы группа под названием «Моторолер». Приехали из Алматы, замечательный город Москву, чтобы продолжить, Ну, традиции, наверное. Братские, добрососедские, ну и так далее. Вот. Мы умеем петь, я надеюсь, умеем играть, тоже надеюсь. Танцевать не умеем, сразу скажу, поэтому эта почетная обязанность, я думаю, ляжет на ваши плечи. Поехали! Yeah.
Yeah.
на шаре. Некоторые называют это девочка на шару, правда, но это девочка на шаре. Слепый ручей, зазеленый
может спасти в одиночку всех вас. Не надо достать одного негодяя, который меня метко с крыши влил, который о власти над миром мечтает, и я очень самый красивый. Я маньяку ногой надаю по зубам. Сила захочет любовь подарить. Я буду ей отдать титра в любви. Я планировал гамбургер, пиццу, хот-дог. Свой великий народ я один накормил. И потом президента все титры убил. Самый крутой, если страна бы прикажет ковбоем, станет ковбоем здесь сразу любой. У эволюции злые законы, старые ценности вянут и мрут. Так сердце черту вчерашние боги, век с ним останется. Yeah.
помощью больших родственников. Станет игрой с маленькой помощью ваших родственников. Вы великая дух.
космосе звездочки, словно игрушки на праздничной елочке, среди таких же сердечек, игрушек, брошенных мальчиками послушными. Thank you.
Если утром пить не стал, выпьешь вечером твою мать. Огород, навоз и куры, да райцентра, как до рая. И от этих дисбалансов мужиков с утра шатает. А ему 3 дня назад, 19-й пошел. Он сидит в своем сарае и играет рок-н-ролл. Я такой, что раскопал, как-то раз достал из пыли. Yeah.
что в Париже открыт современный красный эталон. Стадион любопытной толпою забит, чудо-чудного ждет стадион. Тут вот вся песня, шипит микрофон, на подмостке ступила жена. Халтурным кино, и ты в нем снимаешь.
все стоит в последнее время в зеркале вместо себя. Совсем не себя, а скорее Альберт Эйнштейн. Быть может, это в силу того, что я так же умен, как и он. Но скорее всего, это в силу того, что я в последнее время я пью очень много портвейна. Я пил 2 недели с несчастным поэтом. Он верит в любовь. Такие остались еще, как же я удивился. Он мне говорил про источник любви, у которого жил, из которого пил, но сточные воды смыли родник, и когда стало нечего пить, он спился. Работаем в брачной ложе, на заднем сиденье.
начал я считать и насчитал миллион.